до оранжевой метки. Все стоите рандомно. Милики выбегает в сторону синей метки. В лужи выносит. Все стоите рандомно на максимальном рендже. Появились лужи, пробежали вперед. Нам Хилы, оба... давайте рассредоточимся чуть-чуть вот тут по малому кругу. Встанем, выстроимся. Где мы будем босса стоять? В центре держу, так? Нам обах, босса вот тут будешь держать. Че нам обах? Сейчас скажу, подожди. Босса вот тут держи, чтобы не достать. Этот, нам обах. Нам обах все сбегаются под босса и контролят уже с под босса. Все стоите вместе под боссом. А, как в тот раз, типа, куполировать весь рейд, да, хочешь? Все стоите. Леха, может быть, еще когда будут эти мобы подходить перед тем, как взрываться, в ШП будут тоже гимн давать, что-нибудь такое? Короче, ваш сейвить, позиционный... чтобы на фулл рейд был поднят ХПХП. Смотрите за звезды. Ваша позиционка, первая лужа. Стоите, дамажите босса. Прошли первые лужи, пробежали вперед. Появились вторые лужи. Прошли вторые лужи, сбежались под босс. Локи, маги, блядь, ханты. Развернулись обратно, по мобам дали контроль. Стоите под боссом, дамажите и хилите. Все, ничего сложного. Там гимн на ХП, радиус 40 метров. Допустим, мы, получается, только Red Dead Zone. Слушайте, что я говорю. Там тянется дофига куда дотягивается. Так, адмирал, Кирс, Долорес. Тут слушайте, я. Главное, что я говорю, и нормально будет. Адмирал, готов? Да. Ну так и что не подтверждаешь? Считуй! Начинай! Начинай считывать уже. Все, поехали, по готовности пуляем. Даю, где хочу, да? Вместе даем Еру, бурстим по боссу. На максимальный рейндж Матиола, пусть на максимальный рейндж бросьте туда быстрее, подальше, чтобы уже, блядь, Элбиту, Казум, Фарада. На максимальный рейндж стали, чтобы потом вперед пробежать. Чтобы вам было падение пламени, каст пошел. Перебежали, уже. Расхилили. Боссы немножко на себя кислы. Кислого прохил, кого там уже может забирать. В максимальном рендже стоим на границе луж, которая появилась. Забирай, Кават. Парада тебя закроет. Танк пошел, милики отбежали, РДД готовьтесь, перебежали. Под босса все сбежались. Контролим мобов, которые сзади появились. Все под боссом стоят. Где контроль мобов? В купол. Открываем его. Обратно стали, все обратно стали. Мобы взорвали, сейчас еще два моба взорву. Обратно. Он придет. Обратно до ту же позиционку стали, где были. Че народ ложит? А, лужа. Лужи никто его не за постом не посмотрел. Народ, после, блять, прожимки, когда взорвались первые мобы, вы должны стоять на той же позиционке, какой вы стояли первоначально. Ужас. Ой, поплати немножко на себя, босс. Девять ставки. Сзади лужа. Там лужи, смотри, аккуратно. Каст пошел, готовьтесь перебегать. На максимальном рендже должны всегда постоянно стоять. Друг друга там закрываете. Мобов, главное, контроль еще. Мобы появились, контроль пошел. Вот в центр сбегаемся, да? Массакру дай. Отведи немножко босса на себя. Отбегаем, моб, получается, моб, да? Мобов отпустите, двух мобов отпустите. Хават лег, кислый. Мне еще 10 секунд. Мобов надо взрывать. Забираем.
Дайте-ка. Хуёво с позиционкой. Вам надо просто перебежать. В середине вообще ни хрена не видно. Вот видно край лужи, да, где я знаю. В середину вообще я уже пробую с текстурами, со всякими проектированием. Вот здесь вот лужа. Вот здесь вот лужа. Не видны, но видны эти взрывы, блять, от луж. На настройке высоких частиц видно лужу, она там какая-то стеночку имеет такую огненную. А, есть. Давайте мы срежем. После взрыва первых мобов, после взрыва, блядь, вторых мобов, самого первого взрыва, когда даются сейф и купол, блядь, вы уже должны разбегаться на позицион, в которую вы стояли первоначально. К самым стенам, блядь. Не надо стоять, блядь, все лужи разлились посередине. Куча народа, блядь, полегло от того, что в лужах стояло. Так, может, босса тогда держать с края? Сжались под босса, получили урон, блядь, сразу же сжались. Ничего, блядь, вообще сложного нет. Локи через портал могут там уйти, блядь, не знаю, маги через блинк. Так если у нас луж не видно на этой линзе, может на нее просто и не разливать лужи, как вы думаете? Лужи появились из-за того, что кто-то, блядь... Ну так я и говорю, может это сделать зоной, в которую нельзя забегать и все, просто там не бегать. Там не лучше, но вы туда сбегаетесь банально для того, чтобы получить урон, который будет идти по рейду. Чтобы это все быстро пройтилось, это все за... А дальше вы просто разбегаетесь, максимальный рейндж. Как вы... Получили урон, вернулись на первоначальную. Все. Все сложно. Даю проверку. Сакру свою держи, Кават. Я скажу. Кирс готов. На позиционку становимся все быстрее. Максимальный рейндж, максимально к стеночке туда подальше. Чем дальше вы станете, тем легче будет мобы в контроле, тем легче будет все. И лужи никого не положит. Кир здесь? Да, здесь сейчас. Мне что-то все вместе бегают. Сейчас перезагружусь. Готов, скажешь. Все, все готовы, давайте поехали. Все, туннелем босса. Посты босса отслеживаем. Каждый должен сам отслеживать каждый. РДД зона там на одной линии. Каст пошел боссов. Милики свалили нахрен. Перебежали. Босса на себя немножко кисли. Каст босса пошел, милить.
перебежали к боссу. Контролим мобов, которые сзади. А, купол. Моба законтролить одного. Нашел кого? Итого 4 моба в контроле. Босса на себя немножко. Поднимите пусть мотивола быстрее было. Каст пошел. Что, адмирал, делаешь, блять, под боссом? Вот что там лужи, блять, появились? Что лужи появились не возле стенки? Вы не можете сообразить, что вам надо дальше стать? Что смести? Вот, сломонород кислого быстрее. Босса бьем. Каст идет. Прибежали вперед немножко. Мобы появились. Контроль по мобам. Все контролят мобов, блядь. Все. Похил. Косаку. Все равно все мобы доходят до босса. Один моб в контроле. Два моба в контроле. Два моба, блядь, в контроле. Что делает Рит вообще? Да трапы это хуйня. Семь стаков на боссе. Где контроль вообще? По 5, походу, да, взрывать надо. Хотя бы, бля, по 4 идеально взрывать мобов. Ну если смотри, если по 4, то потом их остается 6. Ты их делишь либо на 2 кучки, либо на 3. Стаки, когда сюда. 4, 4, 2. Их 12. Сколько? 12? Я думал. 10. 10 же. Мобов 10. Ну так смотри, если 4-4-2, то вот такая проблема и будет, что мобы будут взрываться и у следующей перья уже летят. Их либо 5-5, либо я хуй знаю. 5-5 все шотни. Значит, маст дев нужен на рейд какой-то. Да, мы траяли маст дев в центре, все вставали, и... но нам анхоли ДК не хватало. Рыба стоит. Может, мы все-таки попробуем тремя кемпами бегать? Да нету смысла, если люди, блядь, не могут на позиционку стать просто. Есть смысл, потому что оно становится более систематически, а не так вот этого вакханалия, которое происходит. Подбежали, убежали. Люди... У каждого кемпа есть 3 точки, по которым он перемещается. Ни больше, ни меньше. Ты никак с тремя кемпами не побегаешь, лужи не отображаются, блять, вот по этой хуетени. Если она не отображается, но ты знаешь, что тебе надо перейти в соседнюю точку, почему ты не можешь этого сделать? Неважно, есть там лужа, нет лужи, просто перешел. Там лужа 5. Нахуя бежать здесь? Наверху. Тут, блядь, три сделать 9 точек, по которым трем кемпам надо перемещаться. Слушай, сложно запомнить. Босс будет вообще действия. Стоять на месте. Вот скажи, его даже двигать. Сложно запомнить три действия на этой позиционке. Первая лужа, блядь. Не работают три действия, Лех. Вот сколько трайв мы уже сделали? 2 часа знаешь, прошло. Почему, блядь, не работает? Потому что мобы, сука, не контролятся. У нас проблема. Почему они не контролятся? Потому что локи кидают во всех подряд. И кидают они чаще всего в одних и тех же. Так, блядь, не одни у нас локи в рейде. У нас 25 человек в рейде, блядь. У нас есть 4 друида. У нас есть, блядь, 4 лока. У нас есть маг. У нас есть энг-шаман, блядь. У нас есть вары. У нас есть роги, у которых, сука, тоже есть контроль. Лёх. Им контроль раздай. Будет бегать за этим контролем. Но ДПС по боссу не... пока нету систематически, кто кого банит, кто кого рутит и как кто передвигается. Почти правильно сказал, Лёха, вот он смотри, о чем имеет в виду. Он имеет в виду о том, что ты говоришь, вот контрольте там 25 человек, но ты
Ты просто скажи конкретно, кто контролит. Назови ник. Вот 4 лока мы видим, да, в рейде, мы знаем их ники. Назови 5-го человека, 6-го. Назови, допустим, Мирлот. Два роги, два вара. Не, ну это, ну вот смотри, вот вар, допустим. Я просто по сетинам успеваю давать стан по мобу, чтобы он не доходил. И давать замедление по мобам. 3 моба, блядь, контролю протопаладином в соло, блядь. Ну стан, Паша, ты разобрал. Видишь, просто это все ринусы контролят, либо назначенные люди. Как бы разница-то есть. Элбрил, адмирал. Ну просто на первых мобах, на первых мобах я как раз танчу босса. Я не могу раздать этот контроль. Только на вторых мобах я могу раздать контроль, потому что там совпадает так, что я босса не танчу. Лёх, так ты назначь не танков. Только не так, что там два вара, два роги, а конкретно ход контролишь, коника контролишь, и все, и 4 лока, и все. А они не знают, что они роги или что? Они не... Блядь. Я говорю, ты скажи, ты скомандуй от себя, то есть, чтобы тебя люди слушали, что ты вот контролишь, вот допустим, Войд, ты контролишь, моба, даешь стан перехватом. Я говорю по классах, вы не знаете свой класс? Я говорю, два роги контроля, два вара контроля. То есть так это получается. Смотри, что коник контролит. Сначала КП. Один одна кнопка. Роги, подбежать, успеть настакать КП для стана. И только если повезет, что его не забанят, ты его за. Да, видишь, какие проблемы. Мне же стан надо настакать. Куча проблем. Когда они бьют босса, неужели у них стаков не набирают? Надо именно на том мобе, а который ты хочешь достать. Нельзя стать стан, на котором нет КП. Хуёво. Тут адекватно... Ты же сам Рога играл, говорю, великий Рога был. Я, блядь, уже не играл, на нем лет 8. Видишь, ход говорит, сколько раз не подбегал, его всегда банит. Вот, видишь. Отбрал Элбрик. В чём адекватно только Гевка может законтролить здесь. С локами. Адмирал. Адмирал здесь? Писал что? Жду ровно минуту. Чего у нас перекур? Минуту ждем адмирала. Если нету, 250. Все готовы, поехали. Сорбана себе не вижу. Он бегает здесь. Пас. Прибежали. И все равно проебывает время на перебежку, потому что все люди бегут, неважно, летит на них перо. Тут не получится, не проебывать время. Фаст. Стой, танчи, развернулись обратно, дали контроль по мобу. Все, брат, это разобрал бы. Можете отпускать одного. Что еще? Законтрольте этих, которые идут. Каст идет, каст идет, каст идет. Хорош. Хуй знает, да? Почему так? Почему? Почему мы умерли сейчас? Я вот не могу понять. Вот мне интересно, почему как бы это идут сразу все мобы?
Вроде стоят в контроле, а потом сразу все мобы идут. Потому как? Что тайминги одинаковые. Как ты? Ты вручную сможешь снять контроль? Да, логично. Бан вручную не снимает. Бан снимается вручную, бан снимается вручную. Ну, ладно, корни, вихрь, какие мобы? Ну, корни, вихрь, это похуй, типа. В бане пускай мобы стоят до последнего. Вихрь там сколько? В бане пускай они стоят, вот. Да нет, если это не рабочий босс, вот мы только время тратим здесь, и все бесполезно. Ну, почему не рабочий, если две гильдии переводят его на вторую фазу? Он рабочий. Они кайсят мобов и переводят на вторую фазу. Хочешь, можем покайсить мобов? И дальше что? На вторую фазу, а толку с этого? А если потом большой идет... бух. Да, если в начале второй фазы... Если бы фазы... они их кайтили, Аскелон бы не говорил, что они 50 стаков и переводят на вторую. Что типа он 50 стаков переживал. Ты видел, когда они скидывали скрины с Эвейдом? Причем здесь скрины с Эвейдом, если они были гораздо раньше, чем он говорил про 50 стаков? Блять, иди посмотри. Конечно, я могу сотню скринов с Эвейдом сделать, а убить, перевести его, как мы убивали багом и все. И напиздить, что я там 100 стаков держал. Учитывая, что это Аскелон, это еще тот пиздобол. Это получается, ты будешь два раза круче Аскелона. Не поверю никогда в жизни. Ладно, я пойму, там, если еще, блядь, Мишка какой-нибудь с броней, блядь, удержит. Но не ДКшка. ДКшку, блядь, с одной тычки при таких стаках, блядь, даже при 40 стаках, ДКшку с одной тычки босс будет. Ну так, смотря какого. Ну если ДКшка как у Вердосена, то да. Да при чем? А ты если как Джаз? Любого ДКшку. Любого, блядь, ДКшку с одной тычки. Ты видел какой-то урон? Плохо будет. Ты вспомни, как Нурглета, блядь, с пула херачит. Прикинь, этот урон увеличен еще, блядь, на сколько там? На 5% за одного моба. 5% за одного моба. Не дохерали? Это так же, как эти... вчера Джоки говорили, что они по парочку этих убивают, то есть они часть взрывают, часть убивают. Точно такое же пиздобольство. Да, а то мобы, когда их убиваешь, превращаются обратно в лужу, а потом из лужи обратно в элементали. Давайте бах. Мы будем еще часик тут сидеть, да? Да. Так. Давай сделаем, блядь. Хоть так мобы будут контролить. А у нас перекур будет? Ну, уже полчаса осталось, подождете там покурить. Мозер двигаться по кругу не вариант, потому что те, кто на внешнем кругу, пробегают большее расстояние, чем нежели те, которые на внутреннем. Ну, Мозер правильно говорит. Надо так делать, как Мозер говорит. Не прохилит рейд, вы, блядь, понимаете, у нас 5 хилов, которые, блядь, не вытянут рейд никаким образом, вообще, блядь, если вы так будете. Хоть ты убейся, они, блядь, хуй вытянут. Так. Короче. Может так вот. Лёх, может давай 6-го хила возьмем еще. И танк еще. В берсу мы не упираемся. Шестым хилом. Это... Да здесь урон только от сверхновой. И вот это от ауры. Все, тут больше нет чего урон получать. Так. Короче, тогда делаем следующее. Наметка вторая. Так, босс в квадрат. Босс в квадрат. Милики.
под босс. И просто идем дальше наперед, да, за ним. Дальше, следующий. Итак, мы... Ты что хочешь нарисовать? Как танки должны водить его по внешнему кругу? Дальше. Короче, первое, танки, боссы, вводим, квадрат, трусы и дальше по прямой туда ведем. Дальше, первая группа, третья группа находится в звездочке и по прямой идет по той стенке. Четвертая группа находится в печеньке. Печеньки идет по прямой, как по ромбику, плюс-минус лево-право. По хилам, Кирс. Звездочка, Пуси, печенька, Адмирал, звездочка, Элбрил, печенька, Теола, печенька, Ханты, Мозер, звездочка, Артемия, печенька, Милики все под боссом, при косте, когда у касту босса идет, делаешь, ну как и тогда переводили, отбегаешь заранее, милики вместе со всеми перебегают заранее. Вот это тактика. Разделены на три части, но единственный нюанс. Вот эта группа, которая будет с печеньки по ромбе, вам будет посложнее. Вы лучше не будете видеть. Хотите, перебегайте. И по поводу локов. Стейт Делорес, контролите мобов, которые будут появляться в печеньке. Казум Локи, будете контролить мобов, которые будут появляться за вами. То есть звездочки в череп. Даю проверку. И двигаемся мы куда? Получается по кругу. Против часов. Полукругом. Так, чтобы лужи были видны за боссом справа и с левой стороны. Справа от вас, с левой от вас. То есть печеньки выбегаем влево, да, или вперед? По прямой идете за боссом. Только на рейнже. Милики так же, как на первой, получается? Первый раз, когда мы пришли, да, просто да, за боссом бежим. Просто бежим за боссом. Все, все готовы. Пул пошел, покисы. Милики за боссом, покисы. Красный. Забежали. Быстрее реагировать. Прибежали. Блокер со своей стороны. Мобы появились. Контроль моба. Что будет? Стоим оба остальных. Каст идет. Каст. Прибежали. Хил. Тело все. Мобов. Нормально. Та идут.
Алло, моба, отпустите с базы. Еще 30. Да господи, остановись! Баст. Моба в контроле. 15 секунд. Дай массажку. Иди немножко босса левее. Миш, твоя очередь. Еще 5 секунд. Давай. 3, 2. Забирай. Нормально. Каст. Раз. Выводи. Выводи, Лех. Убай. Кислого. Что, можно отпустить уже? Баху по кислому красиво. Каст. Осакру. Рядом под боссом появились. Контроль. Осакру дал. Немножко отведи. Все, взрываем, взрываем. Все, вижу. Отведи, отведи, отведи. Блядь. Каст. Две секунды заберу босса. Ты подох. Три стака все было. Сколько времени с пулопа? Дошло. 4 минуты 20 секунд. Раз. Если есть БР, дайте поховатую или. Ну, вот это... Знаешь, что, ребята, когда вот был кричит, мобы прямо возле босса появились, ну и хрен с ним. Взяли этих мобов, которые возле босса, законтролили, они просто стояли, а потом пришли вместе с дальними. Первых, которые рядом с боссом, пускай четверо этих взрываются, а дальних тормозится. Вот эта тактика еще лучше, короче, по ней надо убивать. Только надо еще больше в хп перебить усилки, там кому-то ключ может одеть или клык Сидрагос. Лех, да. Давай один раз попробуем, я слетаю спектру своего фроста и попробуем без этой бегать. Не-не, вести по-любому надо, тут вообще без вариантов. Чем? Они не законтролят так. Зачем отводить босса от мобов, если можно законтролить мобов? Они не законтролят так, Фарада. У меня Фарада на 80%. Пачки законтролит, если во Фроста уйдет. Смотри, Войд. А, мобы, короче, сейчас вкратце. В любом случае, надо пробовать. Вот как сейчас страйк был, так и должно быть. Это вообще идеально. Войд, вот, грубо говоря, вот стоит три кемпа, ну это если грубо говоря. Те, которые взорвутся в луне, там миликов 5 человек, то и меньше, наверное, сейчас уже. Там будет максимум, ну, моба 2. По центру будут стоять часть хилов, часть РДД, и монород там. Большая пачка будет стоять печеньки. Локи будут контролить печеньку, я давать сюда Близзард. У них скорость замедла 80%. Они пока дойдут до туда, уже 5 секунд пройдет сверхновый. Ладно, давай. Твои сомнения, блядь, как говорится. Фарада, тут рандом. Ты уверен, что там у тебя 5 мобов будет? А если там будет 10? Где? Вот ты будешь контролить в твоей метке.
Идите пока 2 минуты покурить. Печеньки контролят Локи. Всех, кого Локи не контролят, я Близзардом морожу. Фарада, держу в курсе, у тебя 2 раза падают перья, у тебя 4 милика. У тебя может 3 пера полететь в милизону, потом, когда ты перебежишь, опять может на мили полететь. Бегали, мы с Прости были в милизоне, один раз только упал туда, наверное, пера 4. В основном туда падает один. Знаешь, от тебя на Джане тоже 1 раз метка могут быть, а могут, блядь, 4 раза подряд. Тут рандома такой процент, что не стоит рисковать такой темой. Плюс, опять же, ты сдохнешь, и весь и вайп будет. То есть ты будешь... Понимаешь, надо действовать по факту. И сложившейся обстановке, но не так, что, блядь, ты знаешь, что стабильно так будет. Такого не бывает. Короче, вот эта тактика, как мы сейчас этот трай били, мы пережили больше, чем все первые траи. Это так и надо дальше бить. Переживать до второй фазы уже. Ну, я так... Я прям вижу, это надо так и делать. Единственное, что там... Как-то, я не знаю, или хила добавлять, или что... Хер знает. Либо, мне кажется, вот эти РДД, которые по стенке бегали, может, им просто так же в центре быть. Урона меньше. Урон же от перьев делится. Их все-таки их там зажимали просто, по-моему. Да их там мало человек, их там, блядь, 6 человек. Пробивут. Их там 6 человек, так что нечего париться. В принципе, 42%, да? Или сколько там осталось? Начинать только тогда не обязательно, отсюда можем начать отсюда. Сколько по времени было? Сколько времени на пол ушло? ДБМ же показывает по окончанию боя. Примерно 4 минуты. Я же говорю, 4 минуты 20 секунд. Дайте сумон. 4 минуты 20 секунд, да? Да. Вот, да, 4 минуты. Это мы еще ложились там. У нас 7.40. При этом на 6% босс переходит на фазу. То есть нам оставалось снести 38% за то же время, которое мы потратили на 58%. Короче, нам 30% надо было снести, чтобы успеть добираться. За это время, которое мы потратили 50, ну, за которое время мы снесли 58%. Фарада, купи. А, там было ранее. Я не знаю, что там надо, но я знаю одну вещь простую, что чтобы убить этого босса на первой, хоть на второй, нужно просто до конца первой фазы дожить всем. Все. Тут больше не надо никакой математики. Элементарно. По ДПС он нормально все. Ну, если по такому темпу идти, то ДПС хватает, чтобы успеть до берсы перевести босса. А если падают люди 2-3, это все, это уже не успеем. Есть один маленький нюанс. Что подзрыв 3-4 мобов, подзрыв 4 мобов, начнут ложиться танки. На боссе будет 40 стаков, если мобов 4 взрывать. То есть у нас не больше 4 раза вызова мобов должно быть. То есть у нас есть... Хотя... Хуй его. Что ты хочешь сказать, что нам постоянно надо бурстить, чтобы не было лишнего? У него есть Diminishing кто талант? Diminishing, да, есть. Лёх, все, что надо, это еще одного диспельщика добавить будет. Но народ просто физически не успевает всех хилов во всех метках диспелить. Вот мы сейчас легли только из-за того, что у нас не со всех хилов были метки сняты. Не, пускай под боссом тогда будет бегать, типа он будет и слева, и справа доставать людей. Фарада сделал просто, нет? А сова с формы выходит, когда диспелит? Нет. Надо сову делать, народ. Надо всем людям сов делать. Там, понимаешь, косты режут. То, что типа коту это намного удобнее, потому что он это все здесь пылил, ему по барабану на это.
Кот еще меньше урона получает, чем сова, допустим. Коту попроще в этом плане. А кислый в мишке может это делать без вреда на себе? Ну, например... Когда не танчит босса, только если... Ну вот, типа, в моменты, пока он не танчит, продиспылит, например, в тех, кто справа стоит, а монород тех, кто слева и под... А с мишки выходит, когда он диспылит или нет? Да. Тогда не может. Фигово. Потому что там на кислом будут еще стаки, по нему будет увеличен урон, а, блядь, без формы мишки его будет... Короче... Вот. Уже прогресс, 42%, нормально. Смотришь, так и до 20 будем, а там полегче будет, когда придрочить совсем. Так что, как бьем-то? У нас СС на кого кидаются? Да ни на кого не кидаются. То же самое, только Фарада работает. Может быть, на кого-то дадите и на кислого? Лёх, давай я расскажу, как я себе это представляю, попробуем. А в центре я его водить не буду. Мне надо, чтобы были видны лужи. Смотри, как я предлагаю. Милики стоят изначально. Все стоят квадрат, ромб, луна. Потом поясню, кто где. Милики стоят в квадрате. То есть там 5 человек получается. Идет каст перьев, они перебегают в трусы. Идет второй каст перьев, они убегают там, где сейчас спина босса. То есть фактически за него. А там же стоит Пуси вместе с ними, потому что он хилит танков, и он подхиливает также миликов, которые стаки ловят. В ромбе и печеньке также на третий, когда вторые перья проходят, на третье вот это вот перемещение, они перебегают между четырьмя зонами. Там будет просвет, там можно спокойно стоять. А там стоит Адмирал, стоит Матиола, и стоит Кирсгорн. Там же с ними стоит Монород. Все остальные стоят уже в Луна и Крест. Также при перемещении перемещаются между ромбом, печенькой, звездой, ой, крестом и Луной. Кирсгорн, Матиола и Адмирал стоят ромба, печенька. Там же стоит Монород, который всех диспелит, до которого всех достает. Когда пойдут мобы, Локи, если вы видите в приоре Сантей и Делорус, если вы видите, что во вторых метках появилось много мобов, вы контролите там, только вдвоем. Остальные два Лока контролят Крест и Луну. Если больше мобов появилось в последних метках, то все четыре контроля кидаете в последние метки. Давай, Бич. Я даю Blizzard по самой последней метке. Собираю их там все, потому что там радиус достаточно большой. То есть у меня радиус, вот сейчас, который показывается, это от одной метки до другой. Там метки, которые вот сейчас стоят, это максимальный радиус. Ладно, поехали. Даю проверку. Босса где держит? Даже чуть поближе можно. Босса там, где он стоит. Сейчас метки переставлю чуть ближе. Это вот так примерно. Все, все здесь, все готовы. Поехали. Спустили сейчас правую метку. Коника Родвар вообще. Сейчас стоим все в правых метках. Пойдет каст, встанем чуть дальше по центру.
после коста второго еще вправо? Нет, по центру между ними чуть ближе. То есть мы будем стоять между квадратом из метров. Квад забрал? Сместились. Да, да. Уже дали контроль. Блять. Ну я хуй знает, ну это минус 7, что ты будешь делать уже? Сейчас сместились опять в левые точки свои. Да блять, да хули толку-то уже, минус 7. Уже ничего не сделать вообще. В принципе норм, но надо, чтобы все идеально двигались. Так да, идеально. Надо только пол затемнить и все. Либо метки сделать черными. Можно то же самое сместить на видимую зону. Так его изначально и надо на видимую, потому что их тупо только на видимую видно. Но на видимую это ебаный не видно нихуя. Минус 7 тут уже ничего не сделать. До стопудово. Прям, блять. Ну я ванга, если чё. Мне понравилось. Фарада молодец. А толку? Надо выживание, надо, вот как мы до этого трай сделали, вот так надо бить. Там было выживание какое-то. Мы просто бегаем вслепую вот на этом квадрате, поэтому надо этих дрочить, разработчиков все-таки. Да хуй ты чё задрочишь? Вы бегаете из точки в точку. Как бы, ну, там не важно, появилось перо, не появилось. Вы просто перебежаете с одной точки. Знаешь, в чем минус тут был? Адекватно. Все согласятся. Мобы и лужи близко к боссу. Вот в этом самый большой минус. По-другому их никак не сделать. По-другому либо... это водить. Либо в середине выносить их в РДД-зону. По-другому понимаешь? Это вести, как Леха сказал. Когда милики идут на конце каста, идут и бьют босса. Это не теряется ДПС много. РДД-зона в двух кучках слева и справа. Локи контролят слева, два других справа. Дополнительно и помогает Гевка. Все охуенно было. А можно вопрос? А вот если босса все-таки переводят на вторую фазу, вот стаки, которые на боссе, они остаются с ним на второй фазе или нет? Нет. Просто а что там внизу вот эти за эти разряды молнии идут по бокам? Может что-то не это какой-нибудь подвох еще есть? Не понимаешь? Нафига они это не убирают? Если один человек закосячит, то давай прейда. А там по крайней мере поэт. Человек может закосячить и... только если он побежит раньше окончания коста. Блять, это спокойно. Так же, как на лече бегали, лево-право. Один вайпнул, и все, все сдохли. Разом. А были вообще попытки заливать мобов? Ну, типа, это говенная, конечно, идея, но были ли что? Да бред, ты, блядь, не зальешь никак. Ты прикалываешься? Там по трелям. Вставайся во фросте, идем по старой хе. Все то же самое, только как перед этим было. Смотри. Вставайся во фросте. Умирал. Ты сливаешь моба, он превращается в лужу и обратно резко. Чего тут не получится сливать? А кто это говорит? Хабилки, почитай. Есть моба в хабилке. А давай попробуем одного залить. Ну, чисто для проверки. Да нахуя уже? На запоре тоже написано, я посмотрел, а там дрова. Ну давай. Мирал. Нет, поставьте, как его убить будем. Чё, я не вижу? Примерно понимаю. Тут. Вот, одна метка. Вот. Вторая метка. И вот третья. И так, как стояли. И пошли. Почему мне за последний трай показывает, что адмирал заблочил 260 дамага? Забагалось. Да и
Типа его Делорус по отхилу там побагнал, по-псовкам. Я умер. Можно выиграть. Можно выиграть. Смотри, ты умер, у тебя 66 кастов исповеди за все траи сначала, как мы сюда сегодня пришли. Так, 66 всего. Я исповеди сказал. Да потому что танков сносит. Я понимаю, что танков сносит, и пал, который с этой задачей справится гораздо лучше. Откусывает. Все, хватит, поехали. По готовности пулять. Я тогда тоже буду херачить, только по рейду. По старой тактике, то надо всем пить сапрот, потому что они у всех уже позаканчивали. Ну я сапрот, я перебил. Глянь. В чем проблема? Нормальный напул. Так зачем вы его бьете? Ходи пал не бьет разве? Андрей, ребейте все. Баст. Побежали. Ну чё, спирос МТ БР? Да, дай мотиола БР еще раз, только отойди в сторону. Нет, мало. Мне КД. Ена, дай ты. Я пусть подниму. Ну, народ, дай ты. Просил, просил, просил. Там еще иду. Ревность. Некому их поднимать. Раз. Да нету танков, ложитесь. Ну-ка, давай попробуем оба занять. Блядь. Зачем ты кисло? Только сдох зря. Предпоследний был хороший трак. Надо там понять, почему сдохли. Там в том траке копаться. Так на нормально. Я вот мать можете напулить босс. Напуливай на меня. Я первым заберу босс. Рыба стоит. Не сейчас. Адмирал, блядь, прибежал бы уже давно. Инопланетянин, народ. Блядь, пробежал 2 секунды. Давайте баф отпивать. Это трай без БРов. Всех БРов не должно тратить до ласт. Потому что... меня на пол, давайте я первого босса заберу. Грохот будет.
Прилад готов. Адмирал опять. Я бегу. Да, я шапки просто не всем раздал. Не все подбегали. Мы, адмирал, постоянно тебя одного ждем. Каждый пул. Последний пул. Я завис. Все. Давайте шкафу на тристицу молим сразу. 4 лока, нормально. 2 метра пробежать. Да там, там 200 метров. Как раз отвис. Все, отвис. Тихо, все, нормально. Тыкай, тыкай. Все. Принимай. Здесь как будто блинканулся. Даю проверку. Сорби, не абсорб дай. Все, поехали. Я пока не могу использовать эту способность. Я второй или третий? Третий. Посмотрите, посмотрите. Все не реагируется. Мобы появятся, забирай. Контроллер разбил. Пусть бог стоит. Пускай тебя доходит. Сейчас лужи будут еще аккуратно. Ты один просил народ у Байрона. Каст идет. Сейчас так и спада сейчас. Народа нет. Диспел Гена. Рахил тоже. Раз. Идиот. Один тролль. Тролль мобов. Иди назад, назад. Все, пережили, прошла смерть мобов. Давай забирай список. Давай. 4 секунды. 3. Кто близко к боссу, отойдите касту. Забирай. Рахил. Асаку дал. Если есть БР, подними. Времени. Так. Вадим. Каст, каст. Каст, каст, каст. Играл убить. Дал.
как. Бегут, толпа бежит. Забирай, ты сможешь. Сакру отдал. Бери, ты сможешь, это пизда. 19 стаков, блядь. Сука. Давайте, кастите. Каст. В добром слове держим. Давайте. Чуть. Блять, 20 секунд держись. Упал. Ну, я упал. Там 20 сетцев. 20 стаков на третьего танка. Ну и что лучше ее? 4 танка или 6 хилов? Да тут не в хилах, не в танках дело. Получилось просто так, что кисло. Да, Лёха, ну это хуйня, без исповеди, блядь, вот ДЦ не хилит. 2 каста за весь бой танка проскладывает до 10%, 20-10 опускает. Почему нельзя помочь исповедью-то? Ну, Линка нет. Блять, хил. Посмотрю просто на хиленное по танкам, кто сколько чего хилит, блядь. Короче, вообще не хилит просто. С завтрашнего дня давай я попрыгаю в холика, ты в ДЦ. С завтрашнего дня у меня жопа начинается. Я сегодня в минус 20 не завелся, 6 часов на улице проебался, а мне завтра за 2 дня работать. Я не знаю, во сколько я закончил. Ну. Все, на этом все. Сколько там? 34%, да? Ну, раз, танков сейвить и танков хилить нужно, потому что урон офигительный проходит по ним. Их нужно держать на фулл хп, когда элементали подходят на. А мы их, блядь, поднимаем кое-как. Ну, как вариант, я тебе могу предложить второй кулипа. Вообще, я сказал бы, сейчас до хрена было контроль из моего Близзарда. Они тупо на месте. Ну все, значит, с контролем хорошо было вообще сейчас. Даже, по-моему, слишком много, по-моему, мобов не успевали разбивать, новые выходили. Короче, 4 танка, 6 хилов, 100 пудов, да? И фрада плюс пик. И все, бьется нормально все. ДПС просто поднять всем нормально будет. Вы закончили? Да. Привет всем. Ну, здорово. Короче, убили Алара, тут с робота выпал лут, короче. Да-да-да, я слышала, да-да-да, обманывает, тут хилы ругаются уже, да давай, давай, мне рассказывай. 34% у робота. Завтра будет РСХМ, в четверг будет ОКР. В планах что, до второй дойти, да? Я хочу Т5 на протова. Сука. Хотя там 37%. С учетом того, что у нас не было монорота, то есть был. Дальше. Кисло. Если был бы третий танк, если бы кисло там не лег, было бы все замечательно. Я, блядь, 20 стаков, сука, стоял, держал. Это пизда. Вот смотри, сейчас отчеты покидаю по танкам. Кто сколько чего нахилил из хилов. Может. Вот адмирал в кислорода за весь инст нахилил 122 тысячи, получается. 122, я не знаю, как можно, блядь, нахилить. Так у него не стоит задача хилить танка, понимаешь? А ты видишь, как танков пробивают? Мне Лёха сказал, держать РДДшников, щиты на них в приоритете, я их и держу. Вопросы. Блядь, танки умирают, ты тупой. Блядь, ты умнее, да, давай иди в ДЦ. Не ругайтесь, ребята. Я тебе пол, блядь, РТ говорю, исповедь хотя бы в танков помогай. Тебе ты пизды, блядь. Да не ругайтесь. Ну ничего ты не сделаешь, второй хулипал нормально тебе зайдет здесь. Да в чем вы, почему второй хулипал, блин? У меня шаман на одну секунду хилит 35 тысяч за каст. Ну блин. Полинин Эршам будет завтра у Кулипала.
Он будет шестым хитом. У меня просто винда слетела, и она пока устанавливается. Я просто не могла зайти, не могу пока зайти в игру. Да все, завтра зайдешь и убьем босса. Я буду четвертым танком, ты шестым хилом. Нормально все будет. Завтра будет с этого. Завтра будет ТРС. Блин, заебись, 122 тысячи в кислорода нахилил адмирал за все время, 123 тысячи в пианиста и в ковата, да, блин, сколько тут, Сереж, 91 тысяча. Сереж, нормально. Личный интерес, а другие?